Так, погнали. Всем привет, с вами поехавший Муныч. И поехавший Брод. И мы продолжаем играть в нашей сборочке RPG Adventure. Это у нас 27-я серия, вроде как. И что ж, мы продолжаем фигарить здесь в шахтах. О, кстати говоря, глянь, твоя теория подтверждается. Ну, то, что пещерных троллей надо хренарить. Да. Короче говоря, сейчас, ребятки, мы будем фигачить всех пещерных троллей, чёрт, которых мы видим. Я опять лоханулся, и... И, короче говоря, скорее всего, когда мы всех перебьем, скорее всего, какой-то там босс, что ли, появится. Сорян, что-то ты такое. Под это сам подошел. Ай! А то точно так же, как ты там под мой меч подходишь иногда. Короче, нужно, я так понял, чтобы все вот эта херня загорелась, потому что вот тролл-видер какой-то там, и он, короче, тролль-штейн какой-то там превращается. Вот, нет, Трольберт превращается. Когда мы убиваем этих пещерных троллей, какая-то одна из этих вот начинает загораться. То есть она превращается, начинает гореть. И у нас такая мысля, то бишь, если сейчас мы перебьем всех троллей в этой шахте, пещере, то, скорее всего, откроется какой-то босс или что-то такое. Может быть, скорее всего, но это не точно. Ну, слушай, попытка не пытка, все равно, как бы да. Это самое. Вот видите, ребятки, вот он замесил кого-то сейчас замесил. Тролля. Ну вот, и там две этих сразу загорелось. Так, здесь никого нету, вроде никого нету. Так, окей, вот это вот у нас не копано, а нет, это окей. Копана штука. Окей. Так, далее. Ну, я вижу по минимапе то, что вот там, где мы были, вроде как они опять есть. Давай сейчас их опять туда немножечко прошвырнусь. Посмотрю, чекну инфу, есть ли там эти агапады или нету. Конечно, есть. О, вот тут их дохрена. Ай-яй-яй, мне тут сейчас жопу надерут по полной программе. Вот тем более у меня сейчас алмазные броньки нифига не останется. Вот видите, ребят, я замесил, и сразу эти загорели. Ах ты, ублюдина вонючая, пошел ты нахрен. Ой, мне сейчас одна тычка, а я, короче, готовый. Пошел ты. Ай. Вот дрень вонючая. Ну, ты представляешь, какая стерва? Да пошла ты. Это не лучше было. Грязная. Грязная это как ее. О, как же она, блин, называется? Путана. Нет, не то что путана. Там немножечко она по-другому как-то называется. Да ты глянь, сколько тут скелетов, вообще охренеть просто-напросто. Да пошли вы в очко, господа. Так, ну здесь нифига нету. Здесь все пусто, вроде как. Мне дает покой вот эта вот фигня. Тут вот Трольштейн какой-то, нафига он нужен, не знаю. Мне кажется, мы что-то могли еще пропустить вот при входе. А, ну правда мы сюда копались, а не входили. Ну да. Возможно, но это не факт. Ой, да, у меня, оказывается, штанов уже нету. Нет. Уже нету этого шлема, сейчас грудака не будет. Чем конкретно не будет так. Так, ну что, ребятки? Кому здесь устроить жоподробительное веселье? Ой, и вы первый пришел. Кандидат. Нет, там кто-то так, пришел. В принципе, я... Ой, залагал что-то здесь. Что за хрень? Фукионтовый росток какой-то. Я, честно, тут ни хрена не вижу. А продолжу тут ходить. Ну, я что-то вижу, но... А, ну все, я в тупик зашел, ладно. Окей.
Так, вот эти тролли, они все появляются и появляются. Они где-то надо мной, по-моему. А нет, вот они. Ребятки. Здравствуйте. До свидания. Это факт. Это что? Ай, ты под... Ах ты! Сзади подошел грязный извращенец. Ты что, как-то очень быстро двигался? Слушай, меня это напрягает немножко. Слушай, этот грязный извращенец подошел сзади. Представляешь, какой он, короче, нехороший, а? Фу. Фу таким быть. Так. Где же вы, гады, лазите, а? Где же вы лазите, паскудники? Извращенцы. Окей, а вот его. Пещерный траль. Траль, траль. Где мемесы? Почему ты не троллируешь, Лолок? Давай мини-мемесы. Меня Спуди уже убил. Окей. Ты настолько зашкварился, что тебе убил Спуди? Ну да, это все знаешь, okay. Короче, почему? Я тебе потом скажу это почему. Ну, не знаю. Почему? Слушай, у меня есть... А, бобы. Волшебные. Которые мы можем гнуть. Волшебные семена. Ой, ой. Ой, а где мой рюкзак? Вот он. Мне кажется, вот надо как-то, по-моему, этими семенами засаживать вот эту почву. Что-то мне так кажется, это... или нет? Меня, короче, только что что-то подкинуло. Траль, может. Ты в том-то дело то, что там никого нету, куда я свалился. Огромный гриб, огромный стебль. Стебль. Окей. Так, еще о чем? Я сейчас буду засаживать вот эту фигню всю. Светогрид, короче. Вжух. Вжух, вжух. Не знаю, правильно ли я делаю или нет, мне как-то пофигу. А, я застрял. Не, вышел. Че фиг его знает. Что тут надо? Где тут трали вообще? Единственное, что здесь, это как бы, да. Вот, а вот центральная большая была. Я думал, ты вообще туда куда-то ушел, а ты здесь шкеришься. Ну ты вообще, Вася. Тролльштейн этот, что с него делать, я вообще не знаю. Ребятки, может, в комменты напишите хотя бы, а? Нубам, чё делать с вот этих тролльштейнов и прочего, ага, которые тут есть в этих шахтах. Чё это было? Ну что, мы ловочки, мы не знаем, это был крипер. Что, уже как-то переплавить можно этот тролльштейн долбанный? Я упал. Окей. Ну-ка, печка. Стоп, вот тут какое-то фуфло типа лестниц. Но я так думаю, что это просто совпадение. Нет, этот тролльштейн нельзя переплавить. What the fuck? И рецептов с него нету. Никаких. Вообще. Окей. Нафиг он уже. Бегу еще по мини-карте смотреть, где еще что есть. Потому что, ну, ребятки, по Твайлайту вроде как, ну, финального босса нету, мне говорят, типа, мол, в комментах. А автор мода, мол, погиб и так далее, и поэтому там крепость недоделанная, т-т-т-т-т-т-т-т. В общем, фиг его знает, верить этой инфе или нет. Пожалуй, пока что не буду я этой инфе верить, но, в принципе, этой теории держаться можно. Не, ну не факт. Херня какая-то. Я считаю. Возможно. Вот поскольку. Картошка, все. Я вот тут вот бегаю весь день, тут чисто ни черта нету. Так вот именно. Здесь ни черта больше нету. Ну, кроме, знаешь. Да, я вообще хз. Скелетонов вот этих вот. Но они о, тут... он еще тралли. Слышь, вон тралли еще где-то. Где-то там есть. Да, вон бегает, падает. А ну сюда подошел. Ой! Че это было? Хз. А что там было?
Да меня, короче, ой, только что вообще капец как подкинуло. Окей. Вот, и меня, короче, вот от того большого подкинуло вот сюда. Найс. Ой, месиво, месиво, экшн. Ах ты ж меткий скелет. Как мне не хватает моего взрывного лука. Драконьего. Одна стрела, и ты погиб. Там еще один хач. На шатырь. Я буду звать на шатырь. Да, на шатырь. На шатай. На шатырь. На шатай. Офигеть, ребят, сколько здесь у нас матрицы? Светлячок? Просто это вообще охренеть. Ни хрена себе светлячок тут прям передо мной, знаешь? Мне в лицо хочет. Так, что у нас по карте? ХЗ. Ну ты траль. Где ты? Тролина вонючая. А, вот ты. Паскуда. Что-то ничего больше не загорается, по-моему, нет? Вот там вот что-то такое есть. Не могу понять, что это есть. Короче. Дело к ночи, у меня сейчас броньки вообще не останется. Говорят, сделайте рупиевые, но рупии еще надо найти, между прочим, чтобы ее сделать. И поэтому, как бы, пока что не варик. Вжух. Я уже говорил об этом. Вжух. Так. Вжух. Икс. Там вжух. Ну а, зачем? Да. Че ты? Да я тут просто по мапе видел какую-то фигню, и теперь я понял, что... А, твою! Ты что делаешь? Теперь, о, алмазики. Хераси. Ты алмазики пропустил. Ты в курсе? Да, только что упал большой блок. Я, ну, да, кажется, я понял, что это за херь тут такая. Вот, это херь. Это наша старая пещера. Вот, но... Подвинься, я говорю, ёпт. Найс, у меня сапоги на невесомость, я же забыл. Ой. Дай гравий. Вот это было немножечко гравий. А что вот это такие? А, это дерево, которое я рубил. Окей. Ну, отведи. Еще давным-давно, слушай. Окей. Найс. Я тебя спас. Чем ты меня спас? Киркой. Да ладно. Да. Блин, жалко, не я тебе жахнул. Слушай, а что-то тут так темно в этом биоме, тебе не кажется? Так? Возможно. Что-то этих ублюдков много слишком. Где-то там я сдох. 98 маркеров смерти. Что-то какое-то слишком темненькое. Потерял свой мирок? What the fuck? Обсидиан замельченый. Ай-то пошли вы нахрен. Ой! Я потерял свой мирок. Ну, стыди, Майкрофт, слышишь? Ой. Ты говоришь про 99? 190. Да. Нормас. Да ну... Ты... Писюнет. Что я? Да уйди отсюда, на. Тоже мне. Какого хрена ты ко мне сюда тпшнулся? А ты чё ко мне всегда тпшнулся? Ой, окей. Угадай, где? Где? Там, где мы и были. А, окей. Нормас.
Там вот сверху этих чуваков действительно много. Надо из всех попробовать перекосить. Так, а самый прикол почему-то получается то, что мы над островом. Все, я до меня тут тоже доперло. Ага, это остров такую тень дает. Все. Базару ноль. Ой. Ой. Меня что-то эндерлук тпшит, знаешь? Mm-hmm. Я могу при помощи эндерлука тпшиться куда угодно. Вот сейчас вот даже, допустим, вот на остров. Mm-hmm. Черт, я промазал. Okay. Ох. Гигантское дерево. Окей, сейчас срублю твое гигантское дерево. Ну-ка. Опа. Блок. Окей, не так забито. Не, у меня почему-то, okay. Знаешь, меня почему-то только один раз эндерлук телепортировал. Слушай, у меня тоже эндерлуки есть. Это я, короче, когда только на моба наводишь, он к тебе телепорт... Ну, короче, тебя к нему телепортирует. Mm-hmm. То бишь, вот когда ты стрельнул моба, вот. Mm-hmm. Окей, только прикол, хочешь, у меня есть лук искателя, да? Ну. А ну-ка, в тебя попадет стрела, интересно? Ты где вообще? Где? Ты где? Я на острове, сверху. А. Попадают стрелы, нет? Нет. Эндерлук. Ну-ка, эндерлуком сейчас. Эндерлук только по цели тпшит. Ну, то бишь, вот, допустим. Я целю в тебя, если я в тебя попаду, то у меня к тебе тпшит. Нет, не попал. Ясно. А вот если я вот к тому... Далеко слишком. К тому оленю попробую, эндерлук, то меня к нему тпшит и, короче, по-моему, заменяет даже. Слышишь? Mm-hmm. Mm-hmm. А нет, нас с ним местами поменяло. Oh. Слышь? Mm-hmm. Ко мне, Го. Или я к тебе. Сейчас, а чё... Ко мне чё делать-то? Сейчас. Гоу. Слушай, ты знаешь, как его натягивал? Как вот обычно этот самый какой-то предмет держишь в руке, типа камня там булыжника. А та-та-та-та, нет. Нет. Собака бешеная. Зараза. А вот фига тебе лысого. А вот это уже больно и нечестно. А нифиг мне скидывать говно кусок. Тоже мне. Воу. Ару. Слышь, прикинь, я только что попробовал этот самый. Кого? Короче, к тебе, ну, я там через этот самый видел твой никнейм, через портал. Вот, mm-hmm. Я попробовал стрельнуть, и мне написал, телепортация невозможна, так как вы находитесь в разных измерениях. Воу. Так, подожди, где-то у меня тут карта открыта. Так, свети сейчас двину. Так, а ну-ка, вот это вот. Что у нас? Сейчас, погоди, да погоди ты, муфел. Тут я слышу. А, это такая же пещера, по-моему, нет? Или нет? Нет, тут все это камни. Дофига. Что-то интересненькое я нашел. Довольно-таки. А, так это пещера, скорее всего, маленьких хачей. Возможно. Вон маленькие пауканы там. Вот так. Меня что-то, знаешь, меня что-то начало не подкидывать. Непонятно каким образом. Да, эти мелкие ублюдки. Шахтеры. Может, нам их надо, короче, это. Нет, а при чем тут они-то? Мы уже с тобой их лямзали. Очень много раз.
Но боссов-то мы, по-моему, не лянзали здесь, которые есть. Если они есть. Тут нет, скорее всего, боссов. Ты уверен? Я так не был уверен. Не обошел, ну то, что я сейчас умру. Ай. Много мелких ублюдков. Ой. Ну правильно, у меня броника вообще нету, прикинь. Ну нахрен так жить, слушай. Я вот сюда. Вообще броника нету. Я вот сюда. Ой. И буду юзать свой лук. Окей, у меня кошак орёт. Которого не слышно. Ну, тебе не слышно, а мне слышно, скорее всего, на запись тоже будет слышно, но не факт. Может быть, музончик заглушит, но это не точно. Здоров. Спасибо. Мне как раз хотел вниз. Ты мне, говнюк, один хп оставил, мне нечем даже восстанавливаться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ты этот самый, слушай. Да-да. Я слушаю. Послушал меня, да? Нет. Что-то, короче, по-моему, стоило там уже все. Что-то мне так кажется. Да вот же, слушай. Что-то... Потому что... Где-то тут спавнер еще мелких убитков. По взрывам я тут. Окей. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Что-то я какого-то мелкого говнюка вжахнул и там типа по взрывам я тут. Ахаха, хихихахахиха. Тут эти говнюки вот там вот. Ага, точно. Ну тут спавнеры стояли, спавнеры были. Огненный звук. Пошел ты. Ой. Знаешь, без броника жить вообще круто. Не забудь ничего. Один ты чувак хороший, и все, и ты готовый. То же самое, слушай, со мной. Ой, платиновая руда, окей. Слушай, да, как меня уже задрало, то что меня подкидывает. Что тебя подкидывает-то? Да я не знаю, вот знаешь, я как будто бы начинаю летать, но я не летаю, блин. У меня нету ГМа и флая. Куча этих всяких, короче, фигни. Короче, не знаю вообще, что происходит. И как с этим совсем быть? Ну да. Ау! О, с него вот выпал. Окей. Найс. Так, а ну-ка, сейчас я еще по мапе посмотрю. Вот таких вот этих шахтеров здесь, кстати говоря, полно. Такие вот эти горок. Ну что дальше, я вообще... Ну я, короче, в обычный мир тпшнулся, вот. Да, какой-то. Ай, лаги, 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 лаги. А, мукей. Слушай, это тут по твоей теме как раз. Чё тут? Ну чё, 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 не знаешь, чё что ли? Сейчас я тпшнусь, погоди. То, что ты любишь всегда строить на сервере. Где? Где, 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 где? Ой, мне траванули. А вот. Наверху. Видишь? Вон там вот. Да вот, кирпичная. Ну да, только вот что-то вот эти вот они побольше. Вот смотри. Сейчас. Сейчас надо не. Вот. Вот так вот бы, вот так вот этому идет больше. Вот теперь нормально. Вот так идет больше. Давай, короче, на фоне этого заскринимся, короче. Вот, не, вот так, вот ко мне иди, аж вот сюда. Сейчас. Кирку, блин, кирку. Во, вот так вот. Во. F1.
И... О, найс, это на превьюшечку пойдет вообще. Убери кирку от моего лица, я не успел за это самое. Давай. Черт, да я не вижу. Вот, вот так вот, наверное, подойдет. О, вот так вот пойдет. А, и в общем, ребятки, извиняюсь за то, что мы такие зашквары, не знаю, что здесь и как. Может, боссов больше не осталось, я сейчас жахну. И ты жахнул при помощи кирочки. Сгори. Нет. Тоже мне. Далеко не бежал. А, в общем, ребятки, извиняюсь за то, что серия была такая зашкварная, мы не знали, что, может, даже боссы кончились, в общем, так, как-то так. В общем-то, всем спасибо за просмотр, если вам понравилась эта супер экшен серия, поставьте лукас, а также не забывайте звать своих друзей, потому что мы всегда рады новым подписчикам. А также не забывайте оставить свои комментарии и подписанку ВКонтакте. Все ссылочки будут в описании. Ну, а это сегодня все. Всем удачи и всем пока-пока. Дай. До свидания. Все, всем пока. Пока. Не успел. Окей.